Так, Машунь, значит, смотри, рисуем мы следующим образом. Наша девушка, да? Вот. Так, и мы рисуем, хотя давай, наверное, вот так сделаем. Вот так. Мы рисуем сегодня масштабирование, продолжаем эту тему и делаем круги. Давай подумаем, сначала из больших сделаем что-то. Вот, допустим, вот таким вот образом. Можно сделать что-то симметричное. Можно, как хочешь, асимметричное. Так. И теперь давай смотреть, что мы можем здесь стереть. Давай, наверное. Сильно большое. Может, каллиграфию сделаем. Так. То есть ты, как и в тех наших предыдущих заданиях, ты что-то убираешь и что-то оставляешь. Давай попробуем перейти сейчас уже к рисованию. И посмотрим, что у нас будет получаться. Так. И заполняешь все это линией. Я тебе обязательно пришлю пример работы настоящего платья, как это выглядит. То есть ты, можно сказать, моделируешь внутри своего скетча. Моделируешь швы. То есть как это будет выглядеть, если это будет отшито. Вот с помощью таких линий ты моделируешь швы. Дальше. Здесь ты линию видишь почти горизонтально или по форме этого же круга делаешь. Тут ты смотришь, как ты хочешь его заложить, этот край. Вот. Опять же, смотришь, может быть, край тут вот этого шарика, да, ты заложишь так же, как и вот этот верхний, там, где плечо. Например, как вот таким вот, да, валаном. А тут, например, вот ты тут думаешь уже внизу, как тебе хочется, чтобы пошли твои линии. Можно тоньше линии делать, можно шире, то есть поиграться. И вот здесь уже в самом конце тебе тоже нужно подумать, что тебе нужно вытереть, что оставить. Вот видишь, у тебя получилась такая большая фигурка. Можно и так заложить. То есть двойной, да, два шарика было, ты их сделала в один. Например, здесь тоже можно убрать лишнее, чтобы получить что-то интересное. Так. Ну и здесь, допустим, да, мы сделаем похожее что-то. И здесь можно стереть эту ножку уже и выставить. Что-то такого плана. Здесь тоже мы можем что-то добавить, что-то убрать. Вот. Вот получаем примерно такой рисунок.